Всем привет, друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем играть в что-то очень и очень интересное. А именно в The Escapist. Да, ребята, и именно в Майнкрафте. Это обещает быть очень и очень интересным, ведь это что-то новенькое, и мне кажется, не все знают, что такая игра существует в Майнкрафте. Но перед тем, как начать наш побег с этой тюрьмы, вы уже можете заметить ее, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Ведь если мы наберем 300 лайков, то в ту же секунду выходит следующая часть нашего прохождения этой карты и побега с этой тюрьмы. И, с другой стороны, я буду очень сильно рад вашему лайку. И если вы хотите со мной пообщаться, все, что вас требуется, это просто-напросто оставить свой комментарий. Я постараюсь его прочитать и также на него ответить. И буду очень сильно рад, если вы подпишетесь на мой канал и вступите в нашу большую дружную семью. Ну что, ребята, поехали! Мы начинаем с этого места. Нужно нажать на вот эту кнопочку, и мы начнем наш побег. Точнее, планировку побега. Начинаем. Опа! Круто, я одеваю наушники. Может, тут что-то будет даже слышно. Фу! Секундочку, дайте-ка я настрою. Все тут вроде нормально. И продолжаем, ребята. Что у нас тут есть? У нас тут есть 7 эмеральдов. Это у нас как деньги, да? То есть с помощью этих денег мы будем выживать, покупать и все делать. Welcome back. Так, нам нужно куда-то идти, в какую сторону? Ребята, вот сюда. Иду. Ага, все, это офицеры. Тут видите, у каждого офицера есть 3 офицера, и в каждого офицера есть ключи, которые нам понадобятся для того, чтобы открыть какие-то двери, чтобы в конце концов выбраться с этой тюрьмы. И если вы заметили, когда я стоял там наверху, там было большое озеро. Вот это, ребята, и выход. Мы сбежим тогда с тюрьмы, когда мы переплывем вот это озеро. А озеро можно переплыть только с помощью лодки. Это логично. Да, в Майнкрафте, конечно, можно и так плавать, но все же мы это сможем сделать только с помощью лодки. Сейчас мы идем на завтрак, да? То есть вот 9 часов утра мы идем кушать. Мы тут. Давайте. Забираем жрачку. И пока у нас есть время, давайте посмотрим, что и кто нам может продать. Мне кажется, Мейбрек Обсидиан. Это нам не нужно пока что. Нам нужна лодка, это в первую очередь, да. Нужно хотя бы найти чувака, нужно запомнить чувака, который ее продает. Нужно хотя бы его запомнить. Потому что... О, вот, Том. Ребята, нужно запомнить. Том продает лодку. Это круто. Нужно запомнить его. Ага, Лео. Лео покупает вещи охранников. А где нам потом достать вещи охранников, я пока что не знаю. Так, это что? Wooden Sword. А, ну, мечи, вот это все нам, наверное, нужны для того, чтобы потом убить охранников. Мы ага, вот это может ломать железные вот эти заборчики. А вот это что? Угу. То есть, вот это нам, наверное, тоже будет нужно. Так, мы идем на работу, ребята. Мы идем на работу. Я бы хотел узнать, где она у нас находится. Тут что? Нет. Ой. Я не туда зашел. Это что? Ага, нам сюда нужно, да? Сейчас. Ага, как я понял, это нужно стирать, ребята. Это все нужно стирать, нужно ставить. Нажимаем. Офигеть, как тут все продумано. Все моется, замечательно. Мы помыли, да, вот это все. Ага, то есть мы помыли рубашки и штаны заключенных и рубашки и штаны самих охранников. Сейчас, wait for the ding, then enter your next item. Ага, то есть подождите до клацания, только потом вы сможете... А ну? Да, вот сейчас. Ага, это нам деньги даются. За каждую помытую вещь нам дается по одной монетке. Круто. Работу мы, наверное, выполнили. Сейчас мы можем возвращаться. Сейчас мы можем сюда вставать и смотреть, что у нас тут происходит. О, чувак, здрасте. Здрасте. Afternoon roll call. Ага. Так, сейчас, давайте быстренько посмотрим, что тут у нас у кого есть. Хавчик. Ага, то есть он обращается к нам. Что-то там базарит, а мы пока что будем искать людей, которые нам смогут потом что-то крутое продать. Вот это, наверное, нам нужно будет. Вот это нам потом, наверное, будет нужно для того, чтобы ломать... А вот это. Вот это, чтобы потом ломать, нам нужно будет.
Ага, Stone Sword, тут у нас есть вещички, Лео. Смотрите, а Лео покупает вот эту хрень. Я только сейчас заметил, Лео покупает алмазные штанишки и алмазный нагрудник, а мы только что его и стирали. Ха, а может в следующий раз мы попробуем его украсть? Это свободное время, да, то есть мы можем делать что, что нам угодно. Может в следующий раз мы попробуем его украсть и продать вот этому Лео, так мы сможем, наверное, заработать. Нету свободных работ, там ничего, ничего нету. Ой. Здрасте, охранишка. Не знаю, что вы от меня хотели. Я законопослушный... нарушитель. Законопослушный нарушитель закона. Охренеть. Я же в тюрьме за что-то сижу. Здрасте. Вы что... Опа. Что вы тут забыли? Что вы тут забыли? Угу. Так. Вот видите, для всех дверей тут нужны ключи. Ключи нужно добывать. Так, что тут у вас есть, ребята? Что у вас тут есть? Лезер, незер, кварц, пейпер. Ага, это нам не нужно. Я не знаю, что, что... Мне кажется, у всех... А где наша? Вот, это наша, да? Ага. Да, это наша. Тут еда есть. Мне кажется, у всех других заключенных одно и то же. Мне кажется, одно и то же. Вот видите? Наверное, оно так и есть, ребята. Дайте мне выйти. Дайте мне выйти. Так, тут у нас столовая, да? Тут у нас столовая, нужно поискать... А мы не можем сейчас на работу пойти, или это не работа, да? В принципе, для этого есть отведенное время. Evening meal. Ага. Смотрите. Это, наверное, качалка. Это, наверное, качалка, но... Опа, вы куда, ребята? Опять жрать! Я вижу, вы очень любите пожрать, прям сильно. Так, это мы пожрали, это мы забираем. И мне кажется... Bound Return, да, это мы возвращаем. Вот так. Ну все, мы покушали, Харри. Вот, нужно запомнить, Харри продает кирку... А кто там Лео? Лео вроде у нас беленький, да? Вот, да, Лео покупает. Нам нужно потом украсть эти шмоточки и продать Лео, чтобы заработать что-то. А кто, мне нужно еще запомнить, кто там? Гарри, да? Гарри, Лео нам нужны и тот чувак, который продает лодку. Вашу... Не успел я посмотреть. Я не помню, честно, кто там продает лодку. Нужно потом, ребята, будет посмотреть, потому что я не знаю сейчас. Сейчас я не знаю, куда мы идем. Куда мы идем? На прогулочку? Ух ты! Ух ты! Что это у нас? Ага, это как бы, знаете, физкультура, можно и так сказать. Вот мы прыгаем, круто. Давайте, давайте, вы пока прыгайте, быстренько прыгайте, я буду вас смотреть. Роб, у Роба ничего нету. У Джоша... Так, Джош, сейчас, секундочку. Джош, иди сюда. Джош, нам нужен Джош, потому что Джош продает вот ту фигню. Джош, Гарри и Джоя, да? Угу. Угу. Потому что эти трое нам пригодятся. Что нам еще нужно? Нам нужно, я не знаю сейчас. Дайте-ка я посмотрю. А я сюда могу пойти? Наверное. Ага, главное, чтобы меня тут не избили. Ой. Гражданин, начальник. Я не знаю. Я тут просто хожу, я смотрю, что тут. Ага, это как бы, наверное, где свидания вот эти все проходят. Начальник, я просто тут гуляю, смотрю, не обращай на меня. Внимание! Вот сюда нам нужно. Как нам через вот эту хрень выйти? Вот тут мы и убежим с тюрьмы. Угу. Нужно, наверное, красный ключ. Куда красный ключ ведет? Красный ключ ведет куда-то вот сюда. Тут зеленый. Тут красный. Что еще? Ага, генератор. Сейчас что-то... Генератор on-off. Ребята, если мы выключим генератор, мы отключим энергопитание, да? То есть все электричество вырубится. Начальник, я тихонько себя веду, ты не обращай на меня внимания. Мне кажется, все электричество вырубится. Значит, вот эти двери должны открыться, потому что, по сути, они же работают на электричестве. Начальник, ты куда? Они же работают на электричестве. Ага. То есть, смотрите, нам нужна лодка. Для лодки нам нужно попродавать вещички, да? Кому мы там продаем? Вроде Джой или Гарри. Ну, короче, кто-то с этих. Мы попродаем... Так, нужно выходить. Мы попродаем вещички. Купим себе лодку. Для того, чтобы потом было на чем перебраться. Дальше.
Что нам еще нужно? Нам нужно как-то выключить генератор. Нам нужно как-то его выключить. Но как бы его выключить? Нам нужно красный ключ, чтобы зайти в ту комнату. А красный ключ, я не помню, у кого находится. Ага, это мы типа душ, да, принимаем. Опа. Голову нужно помыть, помоемся, ух, под мышками помоемся, помылись, все, ух, главное мыло не уронить, запомните, друзья, мой совет. Так, кто тут еще что-то продает? Кто тут еще что продает? Кайл, так, сейчас, evening free time, ага, то есть это свободное время. Куда бы нам пойти в свободное время, может в качалочку? Давайте все-таки мы туда попробуем пойти, в качалочку. Я ее где-то вот тут видел. Вот она. Вот наша качалочка. Ага, punching bag. Это просто как бы мешок, знаете, как груша. Нам нужно его бить. Ага. Смотрите, ребята. Мы выигрываем силу, мы выигрываем мощь. То есть, когда мы тренируемся, мы получаем что-то с этого. То есть, мы становимся сильнее. Вот смотрите, мы уже силу подняли на 2. То есть, по сути, у нас есть только один выход заполучить красный ключ. Это убить охранника, и самого главного охранника. А мне кажется, это не так и просто будет, потому что, как я заметил, эти охранники, вот эти свинозомби. Поэтому я думаю, если мы одного ударим, то все на нас нападут. Это будет не очень круто. Пока у нас есть свободное время, сколько там начал... Да, есть у нас еще свободное время. То мы сейчас, ребята, быстренько еще подкачаемся, да, чтобы иметь больше сил. Потом, чтобы выносить вот этих охранников. Они все одинаковые. О, нифига себе. Так. Ага, это какая-то ачивка. Так, ну, дождь начался, но нам нужно возвращаться на место. Куда нам нужно? Где вы, ребята? Я не хочу вас потерять. Вот они. Здрасте, начальник. Welcome back, meatbags. Короче, он сказал, добро пожаловать обратно, мешки. Мешки с мясом, да. Сам ты мешок с мясом. Опа, опа. Смотрите, в Ларе есть дубинка. То есть, вот, ну, как бы, по сути, это железный меч, но в эскописте, да, это, как можно сказать, дубинка, да, вот этого начальника. Охранника. Мне кажется, руками мы его никак не сможем вынести. Поэтому, наверное, потом нужно вот это будет как-то заполучить. Как-то, ну, все, что нам нужно сейчас, наверное, просто бабло собирать. Баблона. Собирать бабло. Diamond Sword. Ну, это вообще. 20 урона. Это, конечно, было бы очень круто. Lights out. Ага. То есть, охренеть, у меня почему-то глючит вот сейчас. Не знаю, меня что-то майн в последнее время начал глючить. Так, ага, это сюда нам нужно, да? Да. Пописаем. И спать. Я надеюсь, да, мы уже можем спать. Охренеть, почему у меня так... Ребят, я выключил дождь, потому что у меня и так почему-то очень сильно глючит. Я не представляю, почему. Ладно, я думаю, на этом мы уже будем заканчивать. Мы один день уже прожили. Здрасте, здрасте. Начальники там уже разбираются. Ребята, я уже более-менее понимаю, что нам нужно делать, но все же, я думаю, нужно уже на этом заканчивать. Я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Если мы набираем 300 лайков, то сразу же выходит следующая часть нашего побега с тюрьмы. Я буду очень сильно рад, если вы оставите свой комментарий, если хотите со мной пообщаться. И также, кто еще не подписан, вступит в нашу большую дружную семью. Я буду очень сильно этому рад. Ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Удачи, всем пока.